Сегодня мы в числе первых, кто получает медаль в честь юбилея освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Это не просто значимо, а почетно, это в первую очередь ответственно, потому что каждый, кто здесь сегодня находится, кто присутствует, уже внес определенный вклад в дело патриотического воспитания населения, молодежи, в дело единства и сплочения своего трудового коллектива, граждан города, области и в целом страны. Свои медали отримали ветераны воинской службы. Владимир Лысенко, майор у отставцы. Патриотичным выхованием подрастающего поколения разом со служивцами занимается и после выхода на пенсию. Я начинал от лейтенанта и закончил майором. Служил я в Забайкалье года 4, потом учился в Ленинграде 4 года. И последних 9 лет служил на Дальнем Востоке на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Это мои товарищи. Общее мероприятие у нас, общие дела. Валентин Иванович, танкист, 90 лет. Мы проводим частые встречи с школьниками, проводим мероприятия с ними, проводим военно-патриотические игры. Урочистая церемония узнагороживания отбылась у громадско-культурном центре и так само стала часткой мероприемства, просвеченных до Дня независимости нашей страны.